Азербайджанцы Саратова почтили память погибших земляков. 23 года назад, в ночь на 26 февраля, в городе Хаджалы в ходе Карабахской войны были убиты несколько сотен мирных жителей. Представители национальной общины и молодежного движения азербайджанцев вспомнили о событиях тех лет. По словам собравшихся, в истории народа это массовое убийство людей стало самым кровопролитным. Это навсегда останется осколком в нашей памяти. Осколком, который будет нас часто тревожить, когда мы будем думать о том роковом дне, который лишил нас части нашей Родины. Я думаю, что наша молодежь и наши дети, внуки должны помнить этот день, эту трагедию.